Всем привет, дорогие мои друзья, сегодня будем закупаться на сервере Раф Куб. Давно не было роликов, очень сильно давно, я бросил YouTube, да, иногда буду пускать ролики, но очень редко. Короче, сегодня мы будем... Чё, пришёл? Сегодня будем этот ролик как-то закупать. А сейчас складываем все самое лишнее вот сюда. Вот. Короче, начнем с брони, открываем шоп, ну, из бафов. Раз, два, три, ну это так чисто, да, потом... Демонка, раз, два, три. Сразу это все прячем вот сюда. Вот. Ой, у меня уже мало. Шоп, дальше. Зеленое оружие. Меч убийцы. Ставим сюда. Броню не будем покупать. А, донатерские это помню. Это не надо. Пострелы. Нихера она стоит. Замедление. Ладно, это потом. Так. Кожа мне не нужна, потому что она слишком дорого стоит. Не хватит. Давайте купим одну левалку на всякий случай. Дальше шоп. Берем, короче, окибулы, спавнера. Не надо. Берем. Короче, у меня есть такая идея купить либо кривую зевса, либо кривую читера. Это минус 3 к здоровью. Я думаю, вот эту урону, короче, куплю. И все же еще сейчас, друзья, приду. Все нормально. Я купил криву, у меня осталось 297 рублей. А сейчас, короче, будем... короче, на сервере вот только вот... Я стою, да, вот эти вот чубрики стоят. Какой-то мармок. Мармок. Он закупился жесткими вещами, а я лох, я могу. Давайте еще купим шоп. И в кривах, я думаю, нам стоит купить вот эту криву. Но нет, так как бафов у меня мало, и поэтому будем закупаться бафом. У меня есть лекарька, демонка. Нет, у меня лекарьки нет. Злобы. Вообще фигня какая-то. Леона. Я думаю, давайте еще одну вот такую, еще одну такую. Все, у меня осталось 117 рублей. Покупаем еще одну такую. Мне 112, я официально бомж. Все, друзья, мы закупились практически... Еще, кстати, вот. Все, друзья, мы закупились практически по максимуму. Это такой нормальный инвентарь. А тут еще и литры можно взять, мечи. Короче, закупились, наверное, думаю, по максимуму. Вот, на 1000... Короче, на 1500 рублей можно закупиться вот таким вот дном. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Скоро будут... Скоро будут ролики, в общем, да, подписывайтесь на меня, ставьте лайки, всем здоровья, всем пока.